11 июня. РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с новым послом РФ Сергеем Копыркиным заявил, что в отношениях между двумя странами начался новый этап, сообщила пресс-служба правительства. Пашинян подчеркнул, что в дружественных и союзнических отношениях между Арменией и Россией начался новый этап, что правительство заинтересовано в развитии взаимодействия во всех сферах, говорится в сообщении, размещенном на сайте Кабмина. По данным пресс-службы, глава правительства отметил важность эффективного сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ с целью решения существующих задач и повышения эффективности интеграционных процессов. Пашинян поздравил Копыркина с назначением и выразил уверенность, что в результате его сотрудничества с правительством армяно-российские отношения продолжат развиваться и укрепляться, отмечается в сообщении. Копыркин заверил, что приложит все усилия, чтобы придать новый импульс взаимодействию РФ и Армении. Посол отметил, что, учитывая исторические отношения между двумя странами, чувствует большую ответственность на новой должности и готов активно сотрудничать с правительством для дальнейшего углубления двусторонних отношений, отметили в пресс-службе. Решетка Никол Пашинян, Решетка Армения, Решетка Россия.